люди вам ограничены из Республики Татарстан. Обратитесь в уполномоченный орган. Путешествие Арсена к теплому морю закончилось на паспортном контроле. Теперь, если казахстанец соберется за рубеж, не заплатив штраф, его могут попросту не пустить дальше аэропорта или вокзала. Незнание о своих долгах по закону от ответственности их оплачивать не освобождает. Знал, конечно, но я не думал, что уже запрет появился. То есть не думал, что меня реально развернут в аэропорту и не выпустят. В категории невыездных все, у кого есть хоть какие-то неоплаченные судебные штрафы, будь то за коммунальные услуги, алименты или нарушения на дорогах. О новых правилах для пассажиров обязали информировать и туристические агентства. Если злостного должника снимут с рейса, никакой ответственности туроператор не понесет. К слову, в налоговом управлении запрет покидать пределы Казахстана считают одним из самых действенных способов заставить платить по счетам. Такие способы, методы, как закрытие расчетного счета, наложение ареста на имущество, вынесение судебного решения и так далее. И сейчас, значит, одним из способов, мы считаем, который имеет действенные меры, это, значит, ограничение на выезд за рубеж. После того, как должники исполняют решение суда в полном объеме, на основании постановления судебного исполнителя данное ограничение снимается. В целом более миллиона казахстанцев рискуют не выехать за границу из-за неоплаченных штрафов. Только с начала этого года с этим столкнулись 740 алматинцев. 155 из них долги уже погасили. Минюст разместил данные о должниках на своем сайте и рекомендует всем проверить свои имена в черном списке. Юлия Искевич, Женебек Бимагамбетов, телеканал Алматы.